Добрый день. Сегодня я покажу вам два своих прицепа к мотоблоку, сделанные своими руками. Вот этот прицеп. Основа взята, задняя балка от автомобиля АК полностью. Как она выглядит снизу, я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Значит, это ящик для инструмента. Открывается, закрывается. Решетка для ног. Решетка для ног. Борта сделаны дюралевые. Задний борт сделан откидной стальной. Вот на таких защелках. Очень удобно. Посередине дно кузова стальное. Здесь, как вы видите, проходит ребро жесткости. Размер метр шириной, 1,35 м, по-моему, длиной. Почему такой? А потому что элементарно. Я сделал его из того, что было. И какой материал подошел, такой и сделал. Значит, есть педаль тормоза. Как она действует, я вам тоже сейчас покажу. Сейчас надо будет его отцепить. Да, прицепное. Прицепное поворачивается независимо от мотоблока. То есть они между собой не связаны. И на ходу это очень удобно. Сейчас я перецеплю. Вот маленький еще у меня прицепчик есть. Я его покажу вам. Адаптер для поездки в лес за ягодами, за грибами, за дровами. Кинул пилу, кинул топоры, кинул бензин, масло и вперед. Ширина колеи повторяет ширину колеи мотоблока. Сейчас я вам покажу, как устроено прицепное. Тут стоит балка 40 на 40. Внутри вварена труба для усиления, толстостенная подножка для фиксации его. Сейчас подниму и покажу, что снизу. Как я говорил, основа взята, задняя балка вот такие, вот в таком положении она поставлена. Тормоза родные идут вот тоже атаки, задействовано через тросики. Можно было, конечно, и цилиндр гидравлический поставить, но я не стал уже заморачиваться. Вот тут хорошо видно, что идет ребро жесткости стальное, которое не дает кузову прогинаться при любом весе. Вот такая вот конструкция, элементарная, все простое, в то же время надежное. Максимальный вес, который я на нем возил, 350 килограмм. Больше я не стал грузить. Почему? Потому что считаю, что мотоблок не трактор. Надрывать его тоже смысла нет. Вот так выглядит мотоблок, запряженный в адаптер. Кузовок, как вы можете видеть, крепится на двумя гайками, фиксируется, снимается легко, открутив гайки. Можно прицепить навесное какой-то культиватор с помощью рычага, который устанавливается буквально 6 секунд. Можно будет ездить. Тормозов здесь не предусмотрено. Не предусмотрено, пока мне не были нужны. Вот примерно такая конструкция. Да, еще, значит, по противовесу.
противовес сделан из двухпудовой гири. Двухпудовая гиря ставится на перед мотоблока. Сейчас вам это покажу. Вот таким способом она фиксируется и усиливает давление на колеса. Проходимость увеличивается кратно. Ну вот вроде и все. Всем пока.